никто не обратил внимания на бездомного бродягу, умершего в приемном покое одной из нью-йоркских больниц. Компания Westvideo представляет: Хью Грант, Джин Хэкмен, Сара Джессика Паркер в остросюжетном триллере «Крайние меры». Помни о смерти. Крайние меры. Рэй Лиотта и Лорен Холли в новом боевике «Турбулентность». Перевозя двух опаснейших преступников, самолет попадает в турбулентный поток. Рэй Лиотта и Лорен Холли в боевике «Турбулентность». Компания Westvideo представляет: звезды Голливуда Дэнни Айелла, Джефф Дэниелс, Джеймс Спейдер и Эрик Столц в боевике «Два дня в долине». Эта история начинается с серии кровавых убийств, потрясших тихий пригород Лос-Анджелеса. Убийства, интриги и любовь намертво связывают жизни людей. Иногда всего лишь одна минута может решить исход всей вашей жизни. «Два дня в долине». Советник президента Бобби Бишоп знал слишком много. Затем он превратился в живую мишень. У него осталось всего 12 часов на то, чтобы понять, что происходит на самом деле. Компания Westvideo представляет: звезды Голливуда Чарли Шин, Дональд Сазерленд и Линда Хэмилтон в фильме «Теневой заговор». Этот фильм был награжден специальным призом жюри на международном Каннском кинофестивале 96 года. Компания Westvideo представляет: Джеймс Спейдер, Холли Хантер, Элиас Котеас, Дебора Ангел, Розанна Аркет в фильме Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа». Самый скандальный фильм 96 года. «Автокатастрофа». Компания Westvideo представляет: ложный огонь. Таинственный незнакомец врывается в жизнь четырех молодых девушек. Ложный огонь. Компания Westvideo представляет фантастическую комедию «Мама и папа, спасите мир». Удастся ли землянам отстоять свою планету в схватке с монстрами? «Мама и папа, спасите мир». Бывает так, что одна ночь меняет всю человеческую жизнь. Компания Westvideo представляет: Этан Хаук и Жюли Дель Пи в романтической комедии «Перед рассветом». Иногда бывает, что правосудие становится нашим злейшим врагом. Компания Westvideo представляет: Билл Пулман в боевике «Судебная ошибка». История любви и предательства. Компания Westvideo представляет: Лоуренс Фишборн, Ирен Джакоб и Кеннет Брана в фильме «Отелло». Когда кончаются деньги, а положение становится безвыходным, лучше всего обратиться к кредитору. Компания Westvideo представляет: Джейсон Александр, Лолита Давидович и Джеймс Вудс в комедии «Невеста в кредит».